Итальянский кролик, австрийский пингвин, финский львенок. Список талисманов чемпионата мира по хоккею пополнился еще и лайкой самарского происхождения. Жительница нашего города, сотрудница банка, в душе настоящий художник, приняла участие в конкурсе на лучший талисман и победила. Среди 500 котов, тигров и других четвероногих ее лайка пришлась по душе наибольшему количеству поклонников игры на льду. Я очень долго думала, кого именно. Очень хотелось угадать, вот, кто должен быть. Конкурс начался с 25 ноября и продолжался по 16 февраля, прием заявок. И вот 15 февраля я только нарисовала лайк, то есть предпоследний день, а до этого я все обдумывала. Поклонницей хоккея Наталью Петухову раньше назвать было нельзя. Но лайка, на взгляд художницы, самая что ни на есть хоккейная зимняя собака. Сильная, выносливая и быстрая. В свою победу девушка до сих пор верит с трудом. Надеяться на первое место – это одно, а вот победить на самом деле – совсем другое. Я, кстати, когда рисовала, мне еще мама так подошла, говорит, ну, ты, конечно, рисуй, творчество развивать хорошо, но там все уже, все ясно, кто выиграет, или Москва, или Питер, ну, все известно. Я сказала, нет, это конкурс серьезный. Вот прям угадала. Благодаря миловидной лайке у Натальи, можно сказать, пошли заказы. Организаторы спортивных юношеских игр из Костромы попросили сделать талисман и для них. Получился лисенок-троеборец по шорт-треку, лыжным гонкам и биатлону. Марьяна Мирная, Станислав Левин. События.